зовут Витя. Вот моя мама. Маму зовут Таня. Утром мы с мамой выходим из дома. Мамы ходим по дорожке. Мама рассказывает про птиц и про деревья. Вот мой детский сад. Около детского сада ворота. Около ворот стоит охранник. Я ему говорю «Здравствуйте», а он мне машет рукой. И мы с мамой заходим в детский садик. Я захожу в раздевалку, меня встречает воспитательница Ольга Ивановна. Ольга Ивановна улыбается, говорит: «Вить, здравствуй, раздевайся, заходи в группу, тебя ребята ждут». Я люблю ходить в наш любимый детский садик.